Вот эта улочка сейчас называется генерала Грицая, как она раньше называлась, я, к сожалению, не помню. Может быть, кто здесь жил или кто здесь бывал, то узнает. Вот это явно не новенькое здание. Не знаю даже. Ну, здание явно старое. Не знаю даже, чье оно и что оно сейчас. Изумительно красивое. И место такое просто чудесное. Боже мой, рябина кругом. Да, очень, очень зрелищное здание.